Вот хочу поделиться. Надоело уже мне мучиться с пистолетом. То его куда-то подтыкать, сюда вешать там на какие-то крючочки или сюда вот ставить неудобно. Вот такую вот вспомнил у кого-то во вражеских фильмах. Я видел, как бы вот можно придавить. Вот. Накачал, поставил как надо, согнул. Берешь пистончик там. Ну вот, допустим, подносишь, другой рукой нажал, но я сейчас снимаю, и снимаю, и показываю, нажал, подержал, все, дрынь его на место, вот, и работай. Тут приходится сейчас, как бы, дочищаю, так, как я это называю, вон, всякие сопли пооставались, тут их еще много, вот, в лампе видно, вот, но град прошел серьезный. Побил как бы не слабо, и поэтому быстро не получается. И вот это вот надо еще подчищать, по чуть-чуть приклеиваться, дергаться, забиваться. Ну и, в общем, вот такой вот вариант я для себя придумал. Вернее, как сказать, не придумал, надоело нянчиться с пистолетом. Вот. Ну, надо опять же следить, чтобы здесь не отклеилось. То есть вот он. Рубчик есть, ну тут и присосочка, конечно, у меня 120 миллиметров, вот, так что я надеюсь, она оправдает мои надежды, вот, и поможет мне в работе. Вот такая коротенькая зарисовочка про пистолетик, что так будет им удобно работать, вот. Его можно приклеить на любую, как говорится, поверхность. Вот так. Кому понравилось, как говорится, кому не понравилось. А мне, я думаю, это поможет. Можно, конечно, катать тележку такую на четырех ногах, но у меня тут не особо много места. Вот поэтому. Вот такой вариант я счел для себя предпочтительным. Ну вот, вот так вот в действии инструмент, и прижилась эта приблудочка, очень даже хорошо получается.